Et bonjour, on commence notre cours. Bonjour, Julie. Bonjour, Catherine. Alors, là, сколько мы уже занимались? Сегодня я 31 дома. И всего сколько получилось? Все вместе не считала. Давайте посчитаем, сколько мы вместе уже. Сегодня какое сентября? 28 сентября. Да. Начали мы 22 сентября. И у нас... Завтра не нужно будет ничего делать. Ну да. Вообще ничего даже, это противопоказано. Это 40 плюс 60? 100, да? Да. Плюс 70, плюс 30. На данный момент мы занимались 780 минут. 780 минут разделить на 60 минут, это получается 13 часов. Серьезно? Да. Сделаем так, 780 минут. Равно 13 часов. Это слишком много. Нет, это не слишком много. Когда в университете учат язык, его учат каждый день по 4 пары. Пары. То есть это уже в день только там получается. Так что это, в принципе, немного. Мы был. Кейский вызовы. У Кати было 2 урока еще групповых. То есть, ну, там в группе люди занимаются, и, в принципе, это немножко спутались. Там? Да, потому что они, вот, например, на первых уроках они уже выучили там числа от 1 до 10, еще что-то. Я что-то, мне кажется, что я слишком много чего не знаю, и я начинаю переживать. Нет, переживать точно не нужно, но что-то, например, они не знают или по-другому, например, говорят. Тут тоже нужно это учитывать факт. То, что нужно не только там, если я что-то не поняла, на это концентрироваться, а что-то, ну, понятнее, чем им, например. Вот у меня получилось написать некоторые слова даже. Угу, это перевод. Это те, что я написала. Сама и они оказались правильными. Остальные я не смогла написать. Здесь вот я сделала ошибку. Да. Ну, в общем, Но вот это мы не проходили, это в их учебнике. Да, я не знаю, как это написать. Это как to spell в английском. И... А здесь я написала pardon вместо excusez-moi. Да, excusez-moi. Можно, да? Excusez-moi. Да, je m'appelle, ну, в принципе, это неплохо. Мы не занимались, по крайней мере, час французским. Давайте сейчас повторим то, что у нас было. То, что у нас было. Это глагол chercher в présent. Спрягайте, пожалуйста. Делали зарядку? Да, делала. Так, чтобы на нее время не тратить. Je cherche. Elle cherche. Oui. Nous cherchons. Vous cherchez. Il cherche. Elle cherche. Génial. À la négation, votre italien. Je ne cherche pas. Tu ne cherches pas. Il ne cherche pas, elle ne cherche pas. Nous ne cherchons pas. Только из вас воздух должен лучше выходить. Nous ne cherchons pas. Ah, oui. Vous ne cherchez pas. Elle ne cherche pas. D'accord, наш диалог. Voilà, il est où? Il est où? Voilà, наверное, вот это, да? Да, один вот это, да. Voilà. Commencez, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous, comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée, Julie. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Je vais bien aussi. Merci. Aussi. Je vais bien aussi. Merci. 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 Ну, мне стало лучше получаться, мне лучше кажется. Разумеется. Мы занимаемся... Неделю назад вы еще не начинали учить французский язык, если что. Да? Пятницу прошлой недели вы еще не говорили по-французски, так что расстраиваться вообще еще нет. Voilà, никакого повода. Je vais bien aussi, merci. Je vais bien aussi. Вы делаете лишнее движение губами. Je vais bien aussi,
Merci. Еще раз. Je vais bien. Bien. Je vais bien. Merci. Ой, что я. Je vais bien. Aussi. Merci. Bonne journée, Catherine. Bonne journée, Julie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Очень красиво получилось. Глагол parler. Давайте parler français. Parler français. Je parle français. Вытаскивайте себя. Je parle. Je parle français. Je parle. Je parle français. Да, только français челюсть вниз. Je parle français. 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 Tu parles français. Il parle français. Теперь немножко опернее. Il parle français. Il parle français. Elle parle français. Nous parlons français. Vous parlez français. Il parle français. Elle parle français. Il parle français. Elle parle français. Génial. Et à la négation, le terzanie. Je ne parle français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Français. Не делайте лишние движения. Лучше прям практически по-русски. Je ne parle pas français. Но главное, чтобы было четко. Je ne parle pas français. Oui. Только теперь тяните. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Tu. Tu ne parles pas français. Да, только не рубить. Теперь tu ne parles pas français. Tu ne parles pas français. Il ne parle pas français. Elle ne parle pas français. Nous ne parlons pas français. Vous ne parlez. Ouais, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas français. Il ne parle. Il ne parle pas. Français, elle ne parle pas français. Génial, voilà. Bon, et теперь мы начнем работу с учебником. Это учебник Edito. Voilà, A1. Когда мы начинаем работу с учебником, нужно понимать тот факт, что если мы не понимаем, как организуется вообще работа в нем, даже если вы, в принципе, неплохо учите, иногда учебник может вас сбивать с толку. И именно поэтому сейчас мы будем смотреть, как учебник организован, чтобы потом у вас не возникало вопросов. D'accord? Смотрите, тоже вам покажу. Во-первых, учебник есть карта. Почему она важна? Потому что, во-первых, видите, как Франция организована. Если встречается какой-то регион... Шестиугольник, да, экзагон. Экзагон. По-французски, да. Если вдруг мы видим какой-то регион, если мы видим какой-то город или какую-то гору, или о чем-то говорит вообще географическое название, обязательно нужно открыть карту, посмотреть, где это находится, чтобы ориентироваться. Обязательно нужно смотреть, где Париж находится. И относительно Парижа, потому что в основном с первого места я иду в Париж, относительно Парижа, где все находится. Потому что Париж у нас находится не в центре, а больше вот к северу. Вуаля. Во-первых, тут еще новая карта, 13 новых регионов, потому что во Франции в 2016 году с 1 января была реформа административная, поменялись названия. То есть если поэтому учебники еще важно менять, что даже, например, вот этот новый регион называется теперь Hauts-de-France. Вот, раньше он по-другому назывался. То есть это нужно запоминать, потому что вы будете слышать и должны понимать, о чем идет речь. Дальше. Что нам? Ну, а вам Копо нам не важно читать. Это, в принципе, мод дамплю, а вам все преподаватель это объяснит. Названия всех юнитов. У нас юнитов в этом учебнике 12, видите? И написано коммуникацион, то есть какие нужны нам элементы для речи, дальше грамматика, словарь, фонетика и социокультурно. И вот во всех это, в принципе, одно и то же. Состав один и тот же, пардон, но различается именно вот наполненность. И смотрите, с самого начала это еще не юнит совсем, называется это unité zero. Это когда мы с вами просто будем... Bienvenue. Мы как раз-таки сейчас мы с фонетикой с вами поработали, и теперь сначала будем над этим всем работать. Если что-то будет казаться, что не хватает и так далее, мы будем брать из других учебников. Но сейчас нам нужно все это проработать. Открывайте свой учебник.
Вода. Да, это не ваш, это мой. Да, смотрите, потом мы посмотрим с вами. Каждый юнит начинается с такой красивой картинки. Сейчас мы откроем первый юнит. Мы его увидим. С картинки начинается. По этой картинке она всегда такая вот, достаточно оригинальная. Нужно какие-то ассоциации себе построить, там, посмотреть, кто это сделал, какие диалоги, какие у них лица. Потому что они все вообще вот искусство рисовать, искусство карикатуры, оно очень характерно для Франции и для французов. То есть нужно на это обратить внимание. Какая-то фраза или вот предложение будет выражать идею, там, например, «И ву о вас». Цели, объектив тоже будут указаны в каждом юните. Вот, например, в этом юните «demander de se présenter» – попросить себя представиться или себя представить, то есть кого-то и себя. И дальше «donner des informations personnelles» – дать информацию о себе. То есть мы будем учиться представляться и спрашивать у кого-то, чтобы тот человек представился, и понимать это. И фраза самая важная здесь – это «comment vous appelez». То есть в каждом юните. Если посмотреть на то, как юниты организованы, листайте. У вас есть, например, аудио какие-то, очень много диалогов, упражнения на понимание, кто говорит, о чем говорит, или какие-то вопросы, правда или неправда. Потом у вас, например, какие-то факты даны. К примеру, вот разница вам «вот» и «вот». В русском это одно и то же, а во французском отличается, мы будем посмотреть. Грамматика дана. Вот все эти вот рамочки, на них нужно обращать внимание. Глагол, «благо» и «соплен». Тут вначале немножко так хаотично, поскольку это начало, нельзя прям так, это язык, это не прям какая-то таблица. Вот. Ну вот в таком голубом цвете всегда грамматика дана какая-то новая. А в зеленом это какая-то лексика, которая нам нужна, да, и вот название, вот видите, в темно-зеленом, да, «pour demander de se présenter», какая лексика нам нужна, чтобы попросить кого-то представиться и представиться самому. Что у нас еще тут есть? Опять же, грамматика, вот такие листы словаря. Мы иногда со словаря будем начинать, потому что и в словаре тут есть и словарь, и сразу же упражнения на отработку. Мы будем с них начинать, чтобы потом нам было легче понимать то, что даже до этого было. То есть нам не обязательно прогрессивно вот так учебник проходить. Можно начать со словаря, а потом, когда мы в тексте будем эти слова бить, нам будет легче. Да. Вуаля. Но не всегда, конечно. Видео есть. Почему не использовать видео, например? Вот, видео, у вас есть два диска. Да, у меня их нет уже. А у вас есть два диска. А, вот написано, смотрите. Да. CD, а другой DVD. Вот, ну, в принципе, вот они нарисованы. Да. Да. CD и DVD. Надеюсь, что у вас есть CD-ROM. Да? Да. Вот. Можно и так, найти. Вот, так что и DVD... Я уже 100 лет не слышала диски. Непонятно, почему вы делаете, потому что это уже совсем не актуально. Вуаля, DVD, CD, бом. Используйте. Дальше информация о франкофонии, какие-то тут даны клише, например, опять же, как о французах говорят, и они эти клише как-то пытаются обыграть или сказать, правда это или неправда, или что сами французы по этому поводу думают. Bien. Грамматика, опять же, на каждую юнит по две страницы вокабуляра. Вот второй вокабуляр в этом юните. И в конце есть такой essentiel, который называется, во-первых, фонетическая такая небольшая табличка, а во-вторых, есть essentiel, который резюмирует все грамматические вот эти вот моменты в маленьком таком упражнении вот на всю эту грамматику. Подвести итоги. Да. И есть еще в конце ателье. Ателье – это когда нужно что-то сделать такое вот творческое. Например, здесь нужно... Например, сделать такую вот фиш д'идентите, то есть карточку о ком-то. Например, здесь такой моей, да, или о себе. Можно сделать собственное видео-презентацию, мы с вами сделаем на французском. Вот. То есть такие. Там нужно будет сделать пост в Инстаграме на французском. То есть вот такие. Здесь такие задания. Да, здесь такие задания. То есть класс. Там фотографию какую-то делаете, и нет, вы там пишете, что на этой фотографии изображено, вот прям как во Франции. И то есть вот они, все эти юниты, плюс там еще есть в конце самом. Если я не почти сделала так. Да? Написала подпись по-французски. Супер. Вуаля. В конце еще есть... Правильно. Посмотрим. Вот, смотрите, в конце еще есть как раз-таки подготовка к экзамену. То есть тест такой же, как в экзамене. Вот. Да. Прям вот один в один. А экзамен – это общепризнанный какой-то? Международный экзамен, который будет действовать его диплом на всю жизнь. Да, так, ну мы пока в экзамене долго думать не будем, пока нам еще рано. Вот, какие-то, смотрите, еще. Страница 196, подсказка вам, правила чтения. Даны, да, фонографии.
Валя, какие-то моменты по интонации? Вверх интонация, вниз интонация, восклицательная интонация. Все тут есть. То есть учебник листайте. Валя. Потом, смотрите, здесь есть все транскрипции. То есть аудио вы слушаете, и транскрипции все здесь. Вот все есть, здесь есть транскрипции, мы с вами будем с ними тоже работать. И даже есть транскрипции DVD, видео. Вот это они потом идут, то есть вот это аудио желтенькие. А зелененькие — это DVD. И в конце вот еще одна карта франкофонии. А, то есть это те страны, где говорят на французском, где французский родной, где французский официальный и так далее. Вот. И еще смотрите небольшое, потом посмотрите, да, да. А потом смотрите, тут еще глаголы самые необходимые. Почему мы это делаем? Вроде бы там 5 минут потратили, но представляете, если бы в течение урока я вам не объяснила сейчас, каждый раз вы бы, ну, во-первых, вы сейчас уже более автономны, еще дома пролистаете учебник, вот. А во-вторых, ну, многие спрашивают, а где, например, искать транскрипции? Да полистайте учебник, это будет легче. То есть это сэкономит, если хорошо объяснить, то это сэкономит массу времени. Конечно. Но вот и тот же. Да, зачем в интернете? Все есть, всё есть вообще абсолютно. Например, вот мы аудио будем слушать 4, CD4. Ищите здесь CD4. Потому что ждут, а какая страница? Ну, найди ты сам, ты же знаешь, где CD считать. Вот. То есть это будет все более... ну, это будет быстрее намного. Это раз. Во-вторых, я советую вам просто сидеть и перелистывать, даже если не хочется заниматься, взять учебник в руки и просто перелистывать, подумать над картинками. А если есть чуть больше, вы уже все пролистали, второй этап, второй раз листаете, вы можете уже начинать читать. И некоторые говорят, зачем? Тогда как потом будет неинтересно, да. Зачем потом будет неинтересно? Будет интересно это раз, а во-вторых, тут слов очень много. Здесь больше 1000 слов. Если вы их один раз увидите, не факт, что вы запомните. А кстати, если вы сейчас пролистаете, а мы это пройдем только через 1.5 месяца. Это уже будет не новая информация. Ваш мозг все запоминает, но для него он уже, нам это нужно. Опять же, нужно обращать внимание, задавать вопросы, особенно на начальном этапе, обо всем. Почему это упражнение делается так? Потому что, например, иногда не все разбирают, вот, например, вот здесь диалоги есть, вот здесь картинки. Есть люди, которые уже изучали иностранный язык, и они сразу знают, если есть картинки, написаны буковки, а здесь есть диалоги и циферки, не считая задания, можно понять, что нужно картинки сопоставить с диалогами, но это не всем очевидно. Если это не очевидно, значит, это нужно проговорить. Потому что, ну, если, например, обычно как еще, есть какая-то цитата, и эта цитата в основном идет из аудио. И нужно вообще изначально перед всеми там текстами или прослушиванием посмотреть на картинку, посмотреть на цитату, то есть уже себя в контекст немножко вот так загнать, потому что когда они просто среди белого дня начинают тебе говорить, там, не знаю, там, о пчелах, это одно. Ну, а если мы уже видим пчел, мы уже прочитали слова, цитаты, да, и уже что-то в голове возникает, но пчелы на первом этапе у нас не будет такой темы, но, например, там Дороиди, Абейя. Да, то есть Инабей, эта тема летает вообще, везде витает. Так что вот поэтому говорю, на картинке вообще на все нужно смотреть, как организовано, задания все однотипные. Чуть они усложняются там от уровня к уровню, но не должно вот именно... какое-то такое внешнее, экстралингвистическое, какое-то вот такое организационное мешать тому, что вам некомфортно, или вы не можете найти. Представляете, такая ситуация? Mais bon, on y va. On va commencer. Page 12. Page 12. Voilà. Oui, je pense que c'est page 12. Ça, ça s'appelle bienvenue. Bienvenue. Вы произнесли, как будто вы никогда не говорили на человеческом языке. Bienvenue. Что звали? Проще. Bienvenue. Bienvenue. Смотрите, bien, bien, venu, venu, ve, venu, ve, 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 nu, nu. А теперь медленнее три слога. Bien, ve, venu. И теперь проще. И главное, ваша задача научиться вас слушать. Саму себя слушать. Потому что совершенно другой звук идет. Bienvenue. Bienvenue. Не так было, не совсем так. Bienvenue. 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 Voilà. Это значит добро пожаловать. Как you welcome, да? Welcome тоже bien, хорошо пришедший. Bienvenue. Voilà. Можно написать перевод. Bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Bienvenue. D'accord. Et
И bien. Дальше. Мы должны все понимать, каждое слово. Не будем вот это упражнение делать, но вот нам нужно. C'est en français. C'est en français. Четче. C'est en français. C'est en français. Вуаля. Это ты читаешь, потому что дальше идет гласное. Что это значит? Прочитайте по-французски. Нет. C'est en français. Это французский. Это на французском. Это на французском. En français на французском. Пишите, это на французском. Как c'est la vie, это жизнь, да? Как да. It is. C'est en français. C'est en français. C'est en français. Génial. Et regardez задание. Observez les documents. Vous connaissez quelle langue? Trouvez les mots en français. Что-то знакомые слова есть? Документы. Документы, да. Voilà, документы. А языки, langue. Langue, языки. Quelle langue? Какие языки? Какие языки? Trouvez les mots en français. Похоже. Да. То есть, observez. Наблюдайте, посмотрите внимательно на документы. Ну, то есть на вот эту вот картинку здесь в данном случае. Вы знаете, какие языки? Да. Найдите les mots слова на французском. Валя, давайте посмотрим. Я начала на украинском. C'est où? Привет? Да. Oui. Окей, на французском. Bonjour. Валя, выделите его. Bonjour. Угу. Еще есть одно как минимум. Еще есть. Salut. Salut, voilà. D'accord. И voilà. И les autres. Вы connaissez остальные, кроме украинского, еще какой-то? Здрасте, это по-русски, интересно. Нет, здрасте, мне кажется, это может быть болгарский какой-то. Мерхаба, турецкий. Хола, испанский. Вот, наверное, японский. Алоха. Да. Это какие-то Гавайи. Алоха. Не знаю даже. Какой-то. Я не знаю тоже. Нихао. Японский? Китайский. Китайский. Ну, все. Ну, хэй, английский. Хай, английский здесь. Точно. А хэй, я не знаю. Тут, наверное, что-то чешское. Чеч, да, да. Чешское. Нет, или польское. А, может быть, да, польское. Чеч, они как-то так говорят. Угу. Год, hello, да, английское. Это может немецкое. Нет, это, скорее всего, голландское, потому что по-немецки по-другому. Guten Tag, вот он. Точно. Угу. Mais bon, génial. Eh bien, on va passer à l'exercice 2. Задание. Écoutez et associez une photo à un enregistrement. Mm-hmm. Давайте попробуем перевести. Давайте. Écoutez. Послушайте. И associez. И соедините их с фотографией. Да, то есть получается, смотрите, associez une photo à enregistrement. Да. Enregistrement – это запись. Да, там, наверное, три записи, и каждая. Oui, exactement. Давайте послушаем. Unité 0. Bien sûr. Bienvenue. Page 12. C'est du français. Activité 2. Un steak frites, s'il vous plaît. B. C'est quelle image? Можно все послушать. D'accord. Taxi. C. Un café, s'il vous plaît. C'est très simple, конечно. Unité 0. Еще раз слушаем. Bienvenue. Что сказали, надо теперь понять. Page 12. Steak заказали. C'est du français. Ah oui. Activité 2. Un steak frites, s'il vous plaît. Répétez. Steak Frit, s'il vous plaît. Un steak frit, s'il vous plaît. Steak frit, s'il vous plaît. Steak. Steak frit, frit, s'il vous plaît. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 28 septembre. Et c'est vendredi. Voilà. Сейчас посмотрим лучше транскрипт, я буду вам писать. В учебнике есть транскрипция. Alors, ensuite. Такси. Это очень легко. Репети. Такси. Не услышит вас ни один таксист. Такси. 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 Oui. Génial. Ensuite. C'est un
кафе, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Вот чтобы в Париже нужно было так. Un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Только вы не четко сделали конец. Un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Oui. Теперь открываем транскрипцию, смотрим второй CD. И читаем еще раз по слогам сначала. Вот un steak frites. Steak frites – это стейк с картофелем фри. Mm-hmm. Они говорят «муль фрит» – это миди с картофелем. Я говорю, что жареный стейк. Но стейк фрит через дефис написано. Да. Давайте по слогам. «Un steak frit». «Un steak frit». «Frit». «Un steak frit». Боже, у меня же получалось. «Un steak frit». «Frit». «Frit». Здесь произносите, если возле края рта, то будет произносить. «Un steak frit». «Frit». Вперед выносите. «Frit». Да. «S'il vous plaît». «S'il vous plaît». «Такси». «Такси». «Un café». «Un café». Немножко неоднородно. «Un café». «Un café». «S'il vous plaît». «S'il vous plaît». Voilà. Теперь быстро, мы заказываем, у нас проходит мимо наш официант, мы говорим «Un steak frites, s'il vous plaît». «Un steak frites, s'il vous plaît». Не бойтесь, и конец должен быть более ярким. «Un steak frites, s'il vous plaît». «Такси». «Такси». «Un café, s'il vous plaît». «Un café, s'il vous plaît». Гениально, вот так нужно говорить. Лучше громче, чем тише. Voilà. Ensuite, l'exercice 3. Retrouver les mots. Retrouver les mots. Qu'est-ce que c'est les mots? Что такое les mots? Не знаю. Вот они были тут, les mots. Окей, сейчас скажу. Слова. Exactement, тогда напишите. Вы сегодня запомните слово «слова». Причем это не слова, например, песни. Слова песни – это пароль. А это как в словаре одно слово, les mots. D'accord? Одно слово будет un mot. Дакор? Вуаля. И давайте подумаем. Смотрите, здесь буковки. Очень сложно с артиклями. Вам, мы их не проходили. Вам, может быть, с ними легко. Хорошо. Дакор, Герды, тут слова перепутаны. Вот, из этого слова сделали слово «синема», но мы поставили здесь еще акцент «эгю». «Синема», дакор? Вуаля. Это что за слово? Чоколей. Шокола. Вы уже осознавали? Пан шокола, я знаю. Pain au chocolat. Pain au chocolat. Oui, pain au chocolat, s'il vous plaît. 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 Только «la» у вас выпало, а должно быть четко. Pain au chocolat, s'il vous plaît. Pain au chocolat, s'il vous plaît. О, не слышала я. Pain au chocolat, s'il vous plaît. Шо. Пытайтесь. Pain au chocolat. Шо. Вы говорите «чо». Pain au chocolat, s'il vous plaît. Это было очень хорошо. Ensuite, пишите шоколад. Да? Как в английском? И ты, à la fin, oui. C'est ça, ça c'est quoi? Comme en anglais aussi. Тоже как в английском. Наверное, я только по-английски знаю. По-французски это train. Train. Oui. Train. 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 Oui. Дальше. Toilette. 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 Double L. Double T. IES. Хотя, наверное, не дубль «эль». «Туалет». Трудно мне представить, как это. Туалет. Да, она... Да, одна «эль». «Уи», «туалет». Угу. Бон. Ensuite. Телефон. 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 Да. Ваша задача, что у вас звуки были звонкие и чистые. Телефон. Да, вот это очень красиво. PH, да? И смотрите, то, что вы сейчас написали, это телефон. Mm. Да, но это не, потому что они не поставили. А, я знаю. Давайте. Можно я?
Да. Ты тоже. Получилось теперь телефон. Да. Телефон. Телефон. Теперь громко-громко, максимально четко открывая рот, произносим все. Синема. За мной. Синема. Синема. Опернее. Синема. Синема. Шокола. Шокола. Терран. Терран. Телефон. Телефон. Туалет. Туалет. Очень красиво. Прям такой открытый рот, это замечательно. Вот. Теперь сами. Синема. А теперь быстрее. Синема. Синема. Oui, браво. Шокола. 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 Génial. Train. 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 Oui, formidable. Телефон. Слишком, а так, сильно было. Телефон. Телефон. Браво. Прям как будто бы не вы. Не меня перехваливает. Но, почти. Туалет. 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 Это в русском как туалет, так что легко запомнить. Можно это сочетание через это слово запомнить. Туалет. Туалет. И смотрите, о, ле клише. О, ле клише. То есть клише, да? Какие клише? Это подвязь клише. Oui. Я вам сейчас это прочту клише здесь. Клише с французского пошло. Oui. Клише это вообще то, что можно печатно сделать клише по одному образцу. О, ле клише. Le français est une langue difficile. Vous connaissez déjà des mots? Dans la langue française, il y a des mots allemands, valse, anglais, weekend, sandwich, arabe, orange, zéro, chinois, feng shui, kung fu, espagnol, puella, guitare, hollandais, kermesse, italien, ciao, opéra, japonais, manga, zen, et plein d'autres. Voilà, d'accord? Ça fait quelque chose pas juste dans других. Exactement. Да? Oui, то есть во французском сложно говорят, что это французский язык, да? Смотрите, vous connaissez déjà des mots? Вы знаете уже слова на французском некоторые. Mais dans la française, во французском языке, il y a это как there is. Есть. Mm. Да, только во французском и множественное число единственное. Как перевести на русский? Дословно он там имеет, то есть имеется, есть mm-hmm. наличие. Не понимаю, что писать. Илья. Илья имеется, есть. Можно как в английском написать. Мы был. Voilà. Тут есть немецкие слова, есть английские, арабские, китайские, испанские, голландские, итальянские, японские. Mm-hmm. И plein d'autres, и полно других. И plein d'autres. И plein d'autres. И plein d'autres. Voilà. Мне важно, здесь сначала первая фраза. Le français est une langue difficile. Le français est une langue... Открывайте шире рот. Le français est une langue difficile. Est une langue difficile. Est une langue difficile. Génial. Vous connaissez déjà des mots? Vous connaissez déjà des mots? Oui. Вы знаете уже des mots? Что такое слова. Слова. И вуаля, теперь нам важно сейчас прилагательные. Немецкий. Альман. Альман. Англей. Английский. Англей. Араб. Араб. Шинуа. Шинуа. Эспаньол. 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 Оланде. Оланде. Итальян. 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 Italien. 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 Japonais. Japonais. Génial. Voilà. Прилагательно вы уже их видели, когда были на уроке да. Вот с девчонками. Bon, génial. Eh bien, это нужно нам знать. Вы это послушаете mm-hmm. и должны это все запомнить. Voilà. Нужно иметь вот эти вот слова, которые в серединках. Их не нужно запоминать. Вот прилагательные, слово, слова. Mm-hmm. И вот с этим лём дефисит. Я забыла, я знала, что такое. Альман? Да. Дан, в. Д'accord? Voilà. И давайте дальше начнём. Салю, ça va? Салю, ça va? Oui, ça va, язык ça в. Ça va? Oui, салю, ça va? Салю, ça va? Ça va, merci. Voilà. Почему они отвечают на ça va, ça va? Всё хорошо, хорошо. Разные интонации. Как дела, нет, это мы по-русски говорим, как дела. А французский все хорошо, идет все. Все идет. Окей, поняла. Voilà.
И они могут сказать, сова, it's okay, как бы, сова, сова, mm-hmm. да, то есть yeah. кто-то кому-то помогает, говорит, нет, сова, сова, сам справлюсь, mm-hmm. так, вуаля. Тут главное найти, конечно, себе иногда какие-то опоры, но иногда они не помогают, но, наоборот, нам мешают от этого, как дела, это странно, mm-hmm. это мы говорим, как дела, они yeah. говорят совершенно другую вещь. Вуаля, yeah. mais bon, l'exercice, écouter et associer un dialogue à une image. Répétez. Écouter. Associer. Un dialogue. À une image. Image. Voilà. Повторите еще раз. Écouter. Et associer. Associer. Double S как ça. Et associer un dialogue à une image. И переведите, traduisez. Ну, мы уже это с вами подсказали, что надо соединить картинки. Да, а теперь дословно. Écouter. Соедините. Écouter. Послушайте. Associé. Диалоги. Associé. Смотрите, это глаголы. Видите, EZ и OZ. Точно. Это на вы обращаетесь. А, это и. Не угадывайте никогда. Ваша задача быть максимально критичной. Я не должна, для меня не должно быть элементов во фразе незнакомых. Да. Не, вот вы должны прям, что это такое? Вот лингвистическое в себе вот это вот растить. Это глаголы два. Écouter и associé. Послушайте. Associe, ассоциация, что такое? Ассоциируйте. Да, ну то есть вместе соедините. Что вместе соединить? Диалог. Да, один диалог с чем? С одним, с одной картиной. Вот, и А это с в этом контексте, правильно? Mm-hmm. Но это не с, это у нас просто соединять с чем-то. Mm-hmm. А это даже, мне кажется, лучше перевести как подберите. А вот это и? И, да. Это как подберите диалог к картинке. Associe mm-hmm. как бы хорошо сочетаемо. Voilà. И бон, чтобы лучше это сделать, нам сначала будет полезно посмотреть на картинки. Вуаля. Mm-hmm. Да? Да. То, чем там коллеги, а нет, коллеги или сестры. Все там целуются, так что непонятно. А, здесь у нас кто? Я уже знаю, первое это Си, потому что только здесь мадам и мужчина. Вуаля. Uh-huh. То есть нам это поможет, почему нет? Это не называется жульничество. Наша задача максимально... Простите. Да, смотрите, чем больше вы будете понимать, мозг как наш устроен, что если у нас новая информация ложится на то, что мы уже здесь знаем, эффективнее понимаю. Получается. В первом диалоге. Главное, чтобы вы это запомнили. Да. На любой страничке у вас должно быть не больше, чем 10% сложности. Иногда говорят даже 5%. Кстати, если вы все знаете, вот картинка легко, знаете, как упражнение mm-hmm. делать, и 5% вам нужно что-то запомнить, вы это обязательно запомните. Mm-hmm. Как если бы это будет 20% незнакомого, это совершенно будет другой эффект. Все уже посмотрели? Диалоги давайте послушаем. Page 13. Salut, ça va? Activité 1. 1. Bonjour, madame Dupuis. Bonjour, monsieur Delage. Vous allez bien? Très bien, merci. Слушайте, как они произносят. Bonne journée, les enfants. À ce soir, maman. 3. Salut, Manon. Tu vas bien? Salut, Alice. Oui, ça va. Et toi? Ça va. 4. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt. Mm-hmm. Ça va? Ça va. D'accord. Теперь вы делаете фразу. Voilà. Вы говорите, например, le dialogue. Le dialogue. Un, или deux, или trois, или quatre. C'est l'image. И говорите, какая image, d'accord? Mm-hmm. Voilà. Но я просто буду предварительно задавать. Mm-hmm. Alors, le dialogue un, c'est quelle image? Un dialogue. Le диалог. Это определенный артикль. А? Как вы сказали? Le dialogue en. C'est quelle image? Le dialogue en.
C'est les... C'est, it is. C'est l'image. L'image. C'est l'image. Je. C'est. L'image, c'est. C'est. Еще раз. И вы, когда говорите, Le понимаете. Le dialogue en, c'est l'image, c'est. L'image. C'est l'image, c'est. Теперь проще. Le dialogue en, c'est l'image, c'est. Le dialogue en, c'est l'image, c'est. L'image. C'est l'image, c'est. Le dialogue 2, c'est quelle image? Le dialogue 2, c'est l'image de. D'accord. Le dialogue 3, c'est quelle image? Le dialogue 3. Le dialogue 3. Dialogue. Le dialogue 3. Gue. Le dialogue 3. 3. Le dialogue 3. Gue. Le dialogue 3. Все равно к слышу. Le dialogue 3. 3. 3. Mm-hmm. C'est l'image be. D'accord. 3. Le dialogue. Le dialogue 4, c'est quelle image? Le dialogue 4. 4. Слушайте меня. Le dialogue 4. Le dialogue 4. 4, merci. 4. C'est quelle image? L'image? Ah. C'est l'image A. Ah, c'est l'image A. Je. C'est l'image A. Теперь быстрее все это, мы как будто с вами просто быстро разговариваем в первый раз. Oh, Catherine, le dialogue en, c'est quelle image? Le dialogue en, c'est... En, c'est... L'image, c'est... Боже. Mon Dieu. Раз уж ругаетесь. Mon Dieu. Это как бы бог мой. Ouais. Mon Dieu. Mon Dieu. Да, ну, как бабуленька. Mais ça va. Voilà. Нужно что-то красивое придумать. Mais bon. Alors, encore une fois, le dialogue en, c'est quelle image? Le dialogue en, c'est l'image je. C'est l'image c'est. Génial. Et le dialogue 2, c'est quelle image? Le dialogue 2. De. De, c'est l'image de. Bien. Et le dialogue 3, c'est quelle image? Le dialogue 3. 3. 3, c'est l'image ben. Bravo. Et le dialogue 4? Le dialogue 4. 4. Le dialogue 4, c'est l'image A. C'est l'image A. D'accord. Теперь вы меня спрашиваете. Ok. Диалог 1. Какая это картинка? Диалог en. Le, с артиклем. Le dialogue en. C'est quelle image? C'est quelle image? C'est quelle image? Le dialogue en, c'est l'image A. Le dialogue... Attendez, c'est l'image A? Non. C'est pas l'image A. C'est pas l'image A. Le dialogue en, c'est l'image... C'est l'image... C'est. Ah voilà, d'accord. Le dialogue 2, d'accord. Oh pardon, vous me posez la question. Le dialogue 2. De. C'est quelle image? C'est quelle image? C'est quelle image? Le dialogue 2, c'est l'image des. C'est correct? Correct. C'est correct. Voilà. Bravo, voilà. Bravo. D'accord, ensuite. Ensuite, c'est correct. C'est correct. Il ne sait pas correct. Il ne sait pas correct. Voilà. Mm-hmm. Это неправильно? Да, c'est correct, это правильно. C'est pas correct, это неправильно. Mm-hmm. Ensuite. Ok. D'accord. D'accord. Le dialogue... Le dialogue 3. 3. Le dialogue 3, c'est quelle image? C'est quelle image? C'est quelle image? C'est très simple, c'est l'image D. Le dialogue 3, c'est l'image D. C'est pas correct. C'est pas correct? Mais c'est quelle image alors? Le dialogue 3, c'est l'image B. Ah bon, d'accord. Ensuite. Ok. D'accord. Les dialogues. Le dialogue. Le dialogue 4. 4. Les dialogues 4. Le dialogue. Le dialogue 4. C'est quelle image? C'est quelle image? C'est quelle image? Le dialogue 4. Laissez-moi réfléchir. C'est C
C'est pas correct. C'est pas correct. Le dialogue, le dialogue 4, c'est le dialogue 4, c'est l'image. 4, c'est l'image A. Oh là là, mais bon, ça va. Merci beaucoup pour les informations. Ensuite, 2. Je serre la main ou je fais la bise. Faire la bise, serrer la main. D'accord? Нужно решить. В какой ситуации мы жмем руку, в какой ситуации мы делаем поцелуйчик. Можно писать serrer la main – это жать руку, faire la bise – сделать поцелуйчик. Все. Alors, je serre la main. Je serre la main. И говорите, кому вы жмете руку. Вот у вас есть варианты. Смотрите, вот эти «э», которые сбоку в скобках, это значит или девушка, или мужчина. Без «э» мужчина, с «э» женщина. Смотрите, давай сначала мужчина. А un ami, другу. Répété. А un ami. А un ami. Подруге, а une ami. А une ami. А ma famille. А ma famille. Семье. À des enfants. À des enfants. Теперь незнакомцу, незнакомке. Незнакомцу сначала. À un inconnu. À un inconnu. Тут N совая. À un inconnu. À un inconnu. Et дальше à une inconnue. À une inconnue. Génial. Eh bien, давайте решим, кому мы делаем. Кому мы жмем руку, кому мы делаем поцелуйчик. Я не совсем поняла, почему здесь. Это же одно слово. Которое? Вот это вот? Ну, чтобы не писать два раза. Но это одно слово «анами» или нет? Это друг «анами». Вуаля. Это друг. А почему «ане»? Надо и артикль менять, когда девушка. Да, «ин ами». Вот так. Видите, «ю тут» добавил, «ю тут» добавилось. «Анами». Un ami. Un широкий рот, смотрите. Un ami. А un ami. Un ami. Un ami. Un есть. Un ami. Un ami. Voilà. У девочки un ami, у мальчика un ami. Voilà. И allez-y. Поцелуйчик. Кому? Un ami. Oui. À un ami et à une amie. Да. Voilà. Et encore. Ну как мы делаем? Можно? Стрелочки. Voilà. Тут, в принципе, кому лучше serre la main? Je serre la main. Кому je serre la main? Ага, окей. А, je serre... Кому мы жмем руку? Je serre la main. А, des enfants. А, des enfants. Детям жмем руку. Ну, а что, поцелуйчики? Своим детям? Поцелуйчики, да. Oui. А, ну, так только незнакомцы. Только незнакомцы или коллегам. И тут даже с коллегами они целуются. Если они уже работают. Bon. Так что voilà. Ça va? Ça va. И вот он дает правила того, как вы говорите вы или ты. Вообще они говорят вы точно так же, как и мы. То есть если они не знают человека, то они будут говорить ему вы. Если какой-то контекст, например, даже у меня очень много коллег, преподавателей, и если это хорошие друзья, коллеги моих друзей, я прихожу на работу, они представляют, и все со мной говорят на ты потом. Да. Да, то есть у нас, если я представлю кого-то на работе, коллегу, то все будут говорить на вы, там на ты будут говорить. Вуаля, среди преподавателей. Mais bon, давайте я прочту вам. Au fait, это как факты. Je dis vous quand je ne connais pas la personne ou pour être poli. Я говорю вы, когда я не знаю человека, или чтобы быть вежливым. Je dis tu à ma famille, à une amie ou à un enfant. D'accord? Всё понятно? Да. Voilà, dire – это говорить. Как to say на английском? Je dis. Je dis. Je dis vous quand. Quand. Quand je ne connais pas la personne. 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 Ou pour. Être, соединяйте pour être. Pour être poli. Bravo. Poli – это?
сейчас скажу. Быть вежливым. Exactly. Вежлив. Вежлив. Je dis tu à ma famille. À ma famille. À ma famille. À un ami. À un ami. À un ami. À une amie. À une amie. Ami. Ami. Ou à un enfant. 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 Oui, неплохо прошли. Вот это enfant. Ну, конечно, я уже 10 раз посмотрела на ваше второе видео, я все не могу запомнить. Но, может, хоть что-то в моей голове отложилось. Voilà. D'accord? Вот это понятно. Да. Разница между глаголом parler и глаголом dire. Это оба глагола, которые придется на русский язык как говорить. Но глагол parler — это процесс. Его можно характеризовать. Parler — медленно, быстро, по-французски. Просто поговорить с кем-то. А dire — это что-то обязательно. Сказать привет, сказать пока, сказать правду, не сказать чего-то. Нельзя не сказать чего-то с глаголом parler. D'accord? Parler lentement, parler vite, как to speak на английском. Нельзя сказать to speak something. Да, можно сказать say. Voilà, d'accord? Yeah. Eh bien, génial. И смотрите, вот у вас вокабуляр. Этот вокабуляр вам нужно будет переписать в тетрадь, потому что очень сложная орфография. Ну, сложно особенно слово monsieur. Посмотрите, как оно пишется и как оно произносится. Monsieur. Monsieur, можно его сделать? Да. Bonsoir. Bonsoir. Открываем рот. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Madame, monsieur. 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 Voilà, idéalement. Monsieur. Salut. Lu, merci, salut. Salut. Салют. Привет, да? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui. Au revoir. Génial. Значит, Полин. Полин, девушку зовут так. Au revoir, Полина. Кричите ей. Au revoir, Полина. Au revoir, Полина. Oui. Au revoir, Полина. Oui. Боженьки. То ли еще будет. Ой-ой-ой. Через. Меня просто напугали. Все сказали, что очень много времени, времен по-французски. Нам не нужно много времен. Испугалась. Да. Нам не нужно много времен. Эти люди хорошо говорят на французском языке, которые скажут, что много времен. Ну, начали в школе. А, ну это их боль. Да, и они все не верят, что я выучу, я уже тоже не верю. Не общайтесь с ними больше. Вообще не общайтесь с теми людьми, которые не верят в вас. Хорошо. Вот они умрут от зависти. Это невозможно. Это возможно. Это возможно. Voilà. Все написали? А, да, у меня один вопрос. Да? Я не знаю вот это. А плюсо? А плюсо. Вообще это выражение значит а плю тар, да попозже. А ну, то есть, да попозже, даже не знаю, у нас в русском нет такого, наверное, эквивалента. До завтра. Нет, не до завтра, то есть встретимся попозже. А плюсо. Но есть, его нужно продолжить, в принципе, но они это опускают. И иногда даже они могут написать а и потом плюсик в смс-ках. А плюсо. Бон, давайте теперь громко-громко прочтем. Думайте о тех людях, которые сказали, что не выучите вы язык. И громко-громко, чтобы они вас услышали. Bonjour! Bonjour! Bonsoir, madame! Bonsoir, madame! Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur! Еще раз, bonjour, monsieur, не, пусть не распадается рот, у вас округленный рот. Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur! 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 Губы у вас уходят в ненужных разных. Monsieur! 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 Oui, bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur! Monsieur! Bonjour, monsieur! Monsieur! Monsieur!
Je. Je. Monsieur. Monsieur. И еще раз. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Вы говорите «е», а мне нужно «е». Bonjour, monsieur. Я сама слышу. Okay, супер. Правильно. Bonjour, monsieur. 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 Там, если мы сделаем транскрипцию, будет вот так. Monsieur. Me – открытый рот, а тут «сьё» – закрытый. Monsieur. Да, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. 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 Даже, по-моему, тут не так. Тут как «э» произносится, просто «мэ». «Э», скажите. Monsieur. 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 Oui, monsieur. Monsieur. Что, «х» почему-то идёт. Monsieur. Monsieur. Oui. Дальше. Au revoir, Pauline. Au revoir, Pauline. «Ре» у вас здесь. Мне нужна она возле губ. Au revoir, Pauline. Au revoir, Pauline. Широко раскрывайте рот. Соберите все. Au revoir, Pauline. Поставьте руки вот так. Но не жмите, а просто не давайте им рас... как бы вот широко сделать, mm-hmm. да, челюсти. Au revoir, Pauline. Au revoir, Pauline. Чувствуете вы кончики губ? Они не должны вот сюда идти. Au revoir, Pauline. Au revoir, Pauline. Oui. Так и держите. Salut. Salut. Oui. Еще теперь. Salut. На ниточке. Salut. Oui. Ensuite. A plus. A plus. A plus. A plus. Ciao. Ciao. Ça va? Ça va? Oui, merci. Oui, merci. Oui. Oui, merci. Вниз челюсть, а не в бока. Merci. Merci. Voilà. Медленнее значит «Vous allez bien?» «Vous allez bien?» «Vous allez bien?» «Vous allez bien?» «R» я не произносила, да. Слушайте меня внимательнее. «Vous allez bien?» «Vous allez bien?» «Très bien, merci!» «Très bien, merci!» «Et vous?» «Et vous?» «Bien, merci!» «Bien, merci!» «Tu vas bien?» «Tu vas bien?» «Tu vas bien?» Tout va bien. Ça va et toi? Ça va et toi? Oui. Это все учим. Uh-huh. Рассматриваем, etc. Дальше вы сами эту строчку видели. Это там, где был алфавит. Читаем. Красиво, четко, как будто в последний раз. L'alphabet. Теперь более плотно. L'alphabet. L'alphabet. Все имена читаем. Amélie. Быстрее. Amélie. Amélie. Uh-huh. Blaise. 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 Oui. Didier. 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 Émilie. Oui. Fabien. Открывайте шире рот. Fabien. Еще раз. Fabien. Через ход туда-сюда. Fabien. Fabien. Oui. Géraldine. 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 Hector. Что это пригласили? Эктор. Эктор. Внутри все. Эктор. Эктор. Oui. Очень помогает визуализация, как будто звук у вас имеет цвет. Эктор. Еще и себя. Эктор. Oui. Эктор. Гениаль. Инес. Джонатан. Браво. Карин. 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 Нет. Карин. Лучше. Лилиан. Лильон. Лильон. Манон. Нет. Манон. Манон. Да? Уи-уи. Октав. Октава. Октав. Угу. Паскаль. 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 Куэн. Quentin. Наоборот. Quentin. 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 René. 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 А так, как будто бы аксон над ним есть, да? А это René. René. Oui. Sabine. Не слышала N. Sabine. Сабин. Сабин. Угу.
Thomas. 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 Урсюль. Было хорошо, но все равно нужно еще вытянуть «ю» вперед. Урсюль. Более ее у... Урсюль. Oui. Виктор. Oui. Вильям. Уильям. Вильям. Любимое имя? Ксавьер. Там нет «р». Ксавьер. 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 Угу. Ивон. Нет, «н» не произносим. Ивон. Ивон. Угу. Зоэ. 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 Женя, очень хорошо прочли. Вуаля. Даже, может, кстати, видео наше, как бы первый раз читали, как сейчас. Очень отличается. И bien, ensuite. En, écoutez et répétez. Повторите. Écoutez et répétez. Что это значит? Повторяйте, répétez. А это слушайте и повторяйте. Послушайте и повторите. Вуаля. А bon, повторяйте за ним. Page 14. L'alphabet. Activité 1. A. B. Повторяйте. A. B. Page 14. Attends, сейчас. L'alphabet. Быстренько за ним. Activité 1. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. Еще раз. Q. 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 R. R. S. S. R. S. T. T. U. U. V. V. W. X. Y. Y. Z. Z. Génial. Ça va? Ça va. Bon, ensuite, 2. Associer les sigles aux photos. Associer les sigles aux photos. Voilà. Ассоциируй надписи с фотографией. Да, только это не надписи. Сигль это вот эти, в русском, наверное, они называются как аббревиации. То есть это, например, в русском это даже не знаю, как гендир. Гендир, СМС. Это транспорт их. Это называют ПДЖ. Повторите. ПДЖ. Президент, директор, генерал. Президент, директор. Директор. Президент, директор, генерал. То есть это президент, директор, генеральный, да? Это как СИУ в английском. СМС. СМС. Не знаю, как расшифровывается. РАТП. РАТП. Тоже не знаю, как переводится. Но это с транспортом связано. Вуаля. И БД. БД. Это банд дессине. Банд дессине. Что? Репетит дабор. Банд дессине. 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 Банд – это комиксы. Банд – дессине, нарисованная вот эта вот такая лента. Вуаля. И смотрите, где у нас ПДЖ? D'accord. ПДЖ – c'est l'image. ПДЖ – c'est l'image. L'image. C'est l'image A. Où est SMS? SMS – c'est l'image B. Où est RATP? RATP, c'est l'image D. Voilà, et où est BD? BD, c'est l'image C. L'image. C'est l'image C. Génial. Au fait, это что у нас? Как? Факт. Voilà, au fait, к факту, да, обращаемся? Bon, 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 voilà. Alors, и вам дают еще одну сигль. Это SNCF. Répété. SNCF. А теперь быстрее. SNCF. SNCF. Вуаля. Не видели это? Картинку? Видела. Это какая-то ассоциация. Это как наш РЖД. Смотрите. SNCF – это сигль. Société nationale des chemins de fer français. То есть общество национальное дорог железных, железа, французское. То есть, ну, как наше РЖД. Прочитайте все это.
SNCF. SNCF. Как алфавит? SNCF. SNCF. S on E ton sigle. E on E ton sigle. Угу. Связка, я поняла. Это сигл Société. Общество. Société National. 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 De chemin. De chemin. De chemin. Почему? Chemin можно, но они сокращают, они не произносят это. Chemin – путь. Не произносят «э». «Шмал». «Де шмал», «де фер». «Де фер». «Де» — это если был акцент «игю». Mm-hmm. Или «эс». А это «де фер». «Де фер франце». Скажите мне «де шмал», «де фер франце». Дальше протяните. «Де шмал», «де фер франце». Жениаль. Сава, запомнили «сенсеф»? Еще раз, да, запомнил. Ну, voilà. Ну, если вы дома просмотрите... Ну, я все вспомнила. Oui, exactement. И нужно прям листать. Mm-hmm. Eh bien, on passe à la page 15. Je m'appelle. Je m'appelle. Écoutez et complétez le dialogue avec les bons prénoms. Повторите. Écoutez. Écoutez où? Écoutez. Я не могу запомнить эти слова сочетания читающиеся. Все читается здесь. Здесь сочетание «у» читается как «у». Да. Écoutez, et compléter le dialogue avec les bons prénoms. Prénom. Расслабились, устали, что это? Еще раз. Écoutez et complétez le dialogue avec les bons prénoms. Prénom это имена. Mm-hmm. Не фамилии, а имена. Écoutez et complétez le dialogue. Le dialogue. Le dialogue avec les, avec. Avec les bons prénoms. Prénom. Prénom. Oui, voilà. Les bons это хорошими, дословно, хорошими именами. Хорошими значит, у слова хороший есть значение еще и правильный. Mm-hmm. То, что нужно. Нужен. Mm-hmm. И Валя, давайте посчитаем, какие есть прено. Александра. Александр. Элла. Элла. Элоди. Элоди. Франсуа. 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 Лео. Лео. Лу. Лу. Жюли. Жюли. Тео. Тео. Валя. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Внимательно смотрите, сейчас слушаем, и вы ставите в эти промежутки правильные имена. D'accord? D'accord. On va faire. Page 15. Je m'appelle. Activité 1. Bonjour à tous. Je m'appelle Lou. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Elodie. Et vous? Alexandre. Et moi, je m'appelle Théo. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre. Et ça, vas-y. Посмотрите, как пишется, а не сочиняйте. Точно. Еще все равно ошибочка. Я сейчас найду все. Я пока записываю на память. Нет, в слове «тео» акцент «игю» есть. Т, H, И. Это не все равно, как бы. Это да. Voilà, еще раз. Page 15. Je m'appelle. Activité 1. Bonjour à tous. Je m'appelle Lou. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Elodie. Et vous? Alexandre. Et moi, je m'appelle Théo. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre. Теперь посмотрим, как пишется «элюди». Mm-hmm. Не так совсем. Вообще не так. Сейчас я напишу его. Можно ручкой писать, если что, у нас удаляется. Mm-hmm.
Вуаля, теперь я останавливаю после каждой реплики, и вы ее громко и хорошо повторяете после них. Пашканза. Это где это реплика? Пашканза. Пашканза. Вы как попугайчик сейчас и в ближайшие 2,5 месяца точно. За французами. Je m'appelle. Activité 1. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Lou. Ah, bon. Je m'appelle Lou. Bonjour Lou. Moi je m'appelle Elodie. Et vous? Moi je m'appelle Elodie. Et vous? Moi je m'appelle Elodie. Et vous? Alexandre. Et moi? Alexandre. Et moi? Je m'appelle Théo. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre. Voilà, все сами читайте. Bonjour à tous. À tous. Bonjour à tous. Je m'appelle... Всем. Lou. Pardon? Bonjour à tous. Je m'appelle Lou. Bonjour Lou. Je m'appelle Elodie. Et vous? Elodie, pardon. Je m'appelle Elodie. Et vous? Alexandre. Et moi? Et moi, je m'appelle Théo. Et moi, je m'appelle Théo. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre. Очень хорошо. Мне кажется, ваши друзья, которые не выучили французский язык в школе, читают хуже, чем вы. Мэйбл. Алло. Не говорите этого. Я же знаю тебя. Ну, ладно. Пусть. Вода, ну что? На своих ошибках не значит, что все их должны повторять. Мэйбл. Два. Associé un prénom à un nom. Тут важно запомнить, что prénom — это имя, nom — это фамилия. Вот все фиш будете заполнять, вот такие вот карточки, в отеле или где-то, ну, мало ли где это будет, не путайте. Имя, фамилия, имя короче. Фамилия? Да, имя длиннее, фамилия короче. Запомнили на всю жизнь? Я бы всегда подумала наоборот. Вот от обратного тогда эти, да. Все так думают. Бум. Смотрим и повторяем за ними. Каждую реплику. Пашканз. Это кенза, носовая э. Пашканз. Кенза. Пашканз. Je m'appelle activité 2. Je m'appelle activité 2. De. De. Ну, конечно, нужно вам расслабление. Voilà, мы его. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Debier. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Adier. Это, наверное, представился преподаватель. Voilà. Je fais l'appel. Je fais l'appel, я делаю перекличку. Je fais l'appel. L'appel. Je fais l'appel. Baptiste Durand, oui. Не поняла. Батист... Батист Урон, я думаю. Батист Урон. Батист Урон. Петра Риу. Oui. Hector Lardy. Давайте послушаем всё. Магали Гарнье. Oui. Merci. Давайте ещё раз. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Debier. Nicolas Debier. Je fais l'appel. Jean-Baptiste Huron, ouais. Oui. Petra Riou. Oui. Petra Riou. Hector Lardy. Et on va être présent. Présent, присутствующий, как бы. Магали Гарнье. Oui. Магали Гарнье. Oui. Merci. Merci. Voilà, ça va? Давайте прочитаем их.
Hector. Кто там у нас был? Hector Lardy. Еще раз. Hector Lardy. Hector Lardy. Jean-Baptiste Huron. Huron. Magali Garnier. Magali Garnier. Petra Rioux. Voilà. L'exercice 3, à 2, вдвоем делаем, на пару. Vous vous présentez, вы друг другу, вам как бы представляетесь. Exemple, читайте пример. Bonjour, je m'appelle Catherine. Когда же я научусь это имя произносить? Через неделю. Bonjour, у меня уже начинает получаться, но имени не получается. Ну, вы мало занимаетесь пока. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous? Bonjour, je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée, Julie. Enchantée, Catherine. Voilà. Au fait, ну вот en français, on utilise toujours это наше местоимение, которое мы видели. Давайте назовите мне все 8 местоимений. Je, tu, tu, tu. Il, elle, nous, vous, il, elle. Génial. А теперь не смотрите туда. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Браво, voilà. И смотрите, есть у нас такие местоимения, которые... Вот это только подлежащее. А, например, во многих других функциях нужно использовать другие местоимения. Например, кто там стучит? Moi. Moi. Или это ты, c'est toi, и вот c'est они. C'est toi. Voilà. Moi, lui и vous. Давайте другие. Почему вы одинаково? Так совпало, чтобы нам было легче. Il превращается в lui. Elle остается. Nous остается. Иль во множественном числе превращается в э, округленный рот, а эль в множественном числе остается. Например, это они, например, кто пришел, они, или кто это сделал, таком это будет они, если это мужчина. Давайте произнесем, это нам пока не нужно запоминать, это сложно, но вы уже эти формы видите, и в вашей памяти уже что-то есть. А когда мы будем эту тему проходить, вы запомните. Voilà. Давайте повторим. Je, moi. Je, moi. Tu, toi. Tu, toi. Il, lui. Il, lui. Elle, elle. Elle, elle. Nous, nous. Nous, nous. Vous, vous. Vous, vous. Il, eux. Il, eux. Ничего, ничего не делайте, просто прямо. Il, eux. Il, eux. Elle, elle. Elle, elle. Например, и знаете, мы предлог avec, это как в английском with, то есть с кем-то. И, например, скажите, со мной, да? Avec moi. Avec moi. 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 Еще раз. Avec moi. Avec moi. With me, да, со мной. Avec toi. Avec toi. Avec lui. Avec lui. Avec. Avec lui. Avec elle. Avec elle. Avec elle. Avec elle. Avec nous. Avec nous. Avec vous. Avec vous. Avec eux. Avec eux. Avec elle. Avec elle. Voilà, понятно, когда это используется? То есть, avec je нельзя сказать. Да, еще раз, как это перевожу. С. Как мы еще раз повторяем это, все, что она говорит, вы повторяете. Page 15. Je m'appelle. Activité 4. Page 15. 15. Page 15. Page 15. Je m'appelle. Activité 4. Quatre. Je m'appelle Enzo Tellier. Je m'appelle Enzo Tellier. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Вот, как это пишется? Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Enzo. E-N-Z-O. Enzo. E-N-Z-O. Z-Z-O. Tellier. T-E-2-Z. Tellier, T-E-2-L-I-E-R.
Дозель. Две буквы L, да? Дозель. Дозель. Вот это X соединяется дальше с буквой L, как бы произносится, и получается Z. Дозель. И, э, эр. Эву? Угу. Сава? Сава. Давайте еще раз послушаем полностью. Je m'appelle Enzo Tellier. Comment ça s'écrit? Enzo. E-N-Z-O. Tellier. T-E-2-L-I-E-R. Et vous? Угу. Сава? Давайте прочтем с вами это. Je m'appelle Enzo. Je m'appelle. Je m'appelle Enzo Tellier. Comment ça s'écrit? Enzo. E-N-Z-O. Tellier. 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 T-E-D-Z-L. Dozel. Dozel. I-E-R. R. R. Et vous? Voilà, tu peux bien. Je m'appelle Enzo Tellier. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Enzo, E-N-Z-O, Tellier, T-E-2-L-I-E-R. Et vous? Et vous? Voilà, ça va? Eh bien, eh bien. Et теперь давайте вы по буквам назовете свое имя и фамилию. То, что я всегда говорю? Oui. Можно Кати. D'accord. Ну, в принципе, вас где я сейчас два раза попробую. D'accord, allez-y. Je m'appelle Кати. Comment ça s'écrit? Кати с фамилией. Кати Янок. Comment ça s'écrit? Кати. K-A-N. Кати N. N. Кати. T. Y. C'est tout? Yannok? Yannok. Y. N. O. А, по-моему, забыли. Забыла. Еще раз. Y. A-N-O-K. Браво! О, je m'appelle Catherine, как в паспорте. Oui. То, что мне пригодится. Catherine. К. К. С там, по-моему. Или там через К? Через К. К. А. Т. Р. Нет. К. А. Т. Э. R, I, N, A, N, A, Катерина. C'est vrai? Intéressant. Ça va, génial. У меня украинский паспорт. Voilà, Катерина. Oui. Intéressant. Voilà, mais bon, regardez, francophonie, les noms courants dans les pays francophones. Про франкофонию мы говорим с вами. Ну, тут... Самые такие популярные страны взяты. Бельгия, Франция, Квебек, это в Канаде, Сенегал и Швейцария. И самые популярные имен, фамилии в этих странах. Например, в Бельгии, Ан-Бельжик, c'est Дюбуа. Во Франции это Мартин. В Квебек это Трембле. В Сенегале это Диало. И Суис это Жанре. Вы знаете, кого? Моя любимая фамилия. Был фильм такой, там был Итан Трембле. Гениаль. И значит, вы запомните, что А и Y читается как Э. Трембле. Voilà. Давайте прочитаем вот это все сами. Для нам спрос франкофонии начинайте. Франкофонии. Я решила это тяжелое слово обойти. Не тут было. Франкофонии. Ле нам. Не читаем les noms. Les noms courants dans les pays francophones. Francophone. Francophone. Франкоязычно. Francophone, germanophone, anglophone. Francophone. Belgique. 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 Que? Ну, Belgique полностью. Belgique. Дюбуа. Дюбуа. Франсе. Мартин. Франс. Мартан. Франс. Мартан. К.
Quebec. 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 Tremblay. Сенегал. Сенегал, мягче. Сенегал. Сенегал. Это язык такой. У нас французский. Сенегал, да? Сенегал. Диало. Диало, да. Суис. Женерет. Женере. Женере. Вуаля. Ça va? Еще раз, можно? Можно. Можно сколько хотите. Франко... Франко... Франкофонии. Le nom courant dans les pays francophones. Dans les pays francophones. Oui, в странах франкоязычных. Pays, запомните. Pays. 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 Francophone. Francophone. Belgique. Belgique. Dubois. France. Martin. Martin. I-N. Donc, nous savons E. Martin. Martin. Quebec. Tremblay. Sénégal. 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 Diallo. Suisse. Jeanneret. Jeanneret. Жанре. Oui. Ça va? У меня болит горло, начинает, когда я много говорю. Это нормально? Это нормально, потом не будет болеть. Voilà, ensuite, еще чуть-чуть. It's okay. C'est normal. Ça va. Oui, ça va. Voilà. Мы будем учиться считать. Super. 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 Voilà. Un, deux, trois. Partez, partez, уезжайте. Bon, вот écoutez. Уезжайте? Уезжайте, partez. Это как на светофоре? Oui. Voilà. Eh bien, слушаем. Page 16. 1, 2, 3, partez. Répétez. 1, 2, 3, quatre. Partez. Voilà, я отсюда читаю. Partez. Partez. И page? Page. Что она сказала? Слушаем. 4 секунды было. Page 16. Page 16. 1, 2, 3, partez. Bravo. И теперь activité. Activité. De A. Zéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Повторяйте, не считайте. 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14. Что-то затормозили. Осентировали. 14, 14, 15, 15, 15, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19. У меня Сири начала говорить. 19. 20. 21. 21. 21. 22. 23. Быстро он говорит. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 31. 31. Voilà. Это сейчас мы не будем отрабатывать, но у вас есть аудио, CD, 8, отрабатывайте. D'accord? Voilà. Bon, et je pense que c'est tout. На сейчас это все. Только последнюю страничку открываем, Unité 0, 18. Потому что здесь есть фразы, которые вам помогут просто нам общаться. Например, фраза «Je ne comprends pas», я не понимаю. «Je ne comprends, je ne comprends pas». Je ne comprends pas. Je ne, мы с вами видели. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, напишите. Я не понимаю глагол comprendre. Дальше. Comment on dit en français?
Comment on dit... И тут нужно что-то вставить. Например, comment on dit телефон en français? Как говорят телефон по-французски? D'accord? Ну, voilà. Еще раз повторите. Comment on dit телефон en français? Comment on dit телефон? Телефон. А, телефон en français. Voilà. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Подождите. Да, все-таки запишите. How, да? Comment? Как говорят? По-французски. Или как сказать по-французски, да? Точно. Как сказать по-французски. Дождь. Погодка прекрасная. Ну, в такую погоду самое то. Так. Сидеть в уютной школе и учить французский. Точно. Никуда не выходи. Mais bon, alors, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? R, мечтаем. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Мягче, красивее. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Можете ли вы повторить, пожалуйста? Любая просьба заканчивается, завершается, s'il vous plaît. Дальше. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous en... je suis en retard. Excusez-moi, je suis en... Je suis en retard. Je suis en retard. Простите меня, я есть в опоздании. То есть я опоздал, опоздала. Дословно, я есть в опоздании. Retard est опоздание. En vol. Oui. Да? Oui, oui. Дальше. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? S'écrit. Comment ça s'écrit? Что это значит? Сейчас помню. Не здесь, да? Да. Можно я подгляжу? Вот здесь. Ага. Назовите по буквам. Как это пишется? Назовите по буквам, это «Vous pouvez appeler, s'il vous plaît». Mm-hmm. Это у вас было в группе. Как это пишется? Бум, и смотрите, вам говорят, если на «вы» говорите кому-то, просите о чём-то, вы говорите «s'il vous plaît», а если на «ты», то «s'il te plaît». Так, повторите. «S'il vous plaît». «S'il te plaît». «S'il te plaît». Дальше. «Pardon». Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Excuse-moi. Excuse-moi. Какое на «вы», какое на «ты», скажите мне. Вот это на «вы», это на «ты». Да, по окончанию видно. И последнее, что мы делаем с вами, мы повторяем... А «пардон», «пардон», когда используем. В любом случае, можно. «Пардон», наступить на ногу кому-то. А «excusez-moi» тоже можно сказать? «Excusez-moi», простите. Не подскажете ли? «Excusez-moi», да. Oui. Или «pardon, monsieur». Page 18 dans la classe. Répétez. Page 18. 18. Page 18 dans la classe. Dans la classe. Dans la classe. Что это значит? Donc, что значит? В классе. Браво. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quelle image? L'image... C'est l'image. C'est. D'accord. De. Comment on dit en français? Comment on dit... On dit. Comment... Comment on dit en français? C'est quelle image? L'image... C'est l'image. C'est l'image A. Oui. 3. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, c'est l'image B. L'image. C'est l'image B. 4. Excusez-moi, je suis en retard.
Je suis en retard. En retard. Je suis en retard. C'est l'image. Oui. Cinq. Comment ça s'écrit? Cinq. Comment ça s'écrit? C'est l'image des... Браво! Voilà. Ça va? Voilà, ça все, мы закончили. Что вы делаете дома? Вы повторяете все, что мы с вами проходили, кроме вот этой странички. Правильно? Почему? Потому что тут очень много информации. Здесь вам и месяца дали, и дни недели. Это да, не запомните в любом случае. Да. Запомните только то, что было. Да? Да. А, плюс у вас еще будет один вебинар, третий уже, по-моему, да, по счету. Да. А, вышли также видео на чистку. У нас есть на сайте до 100. По-моему, достали даже до 1000. Вуаля. Ну, вам не нужно это, вам нужно до 31, как здесь. Хорошо. Эти фразы вам нужно выучить. И обратите внимание на глаголы. Страница 21. Вот эти глаголы, вам нужно научиться их писать и их нужно произносить. Любой глагол вы можете найти в YouTube. Если вы напишите, например, глагол avoir, вот напишите вот так, avoir, и дальше напишите слово conjugaison, там даже выйдет, уже не будет, conjugaison. И, например, можете написать «présent», то есть чтобы настоящее вам дали. И вам выйдет произношение в песенках и так далее каждый глагол. То есть любой глагол, что который... «conjugaison» — это спряжение. То есть вот именно вот как оно будет, вы все должны это выучить. Я думаю, что это много, но вы, если попытаетесь хотя бы это сделать, уже будет неплохо, потому что вы это увидите. Я вообще действую таким способом, что мы немножко предшествуем то, что будет, а когда мы в учебнике это видим, вы как будто бы уже это видели. И вам уже не так сложно, если мы это в первый раз увидели. Так что иногда я буду забегать вперед. Это очень мне нравится. Потому что это повторение. Нет, немного легче потом. Вам будет легче абсолютно. Да. И опять же, вы просмотрите то, что вы с ребятами увидели по секунду... Женский род, вот она столько будет в будущем. Но если вы хорошо все это выучите, тут есть какие-то тоже моменты, вам опять дальше будет легче. Вот, и в принципе все это листает. Вопрос. Да. Где наши... Что, как они переводятся? Же, я имею, иметь. Иметь? Да. А, это зовут. Меня. Да, же, я меня зовут, тебя зовут, ее зовут и так далее. Если вы выучите вот этот глагол, вам будет легче спрягать все возвратные глаголы, вот эти вот, что на «ся» заканчиваются, умываться и так далее, потому что там очень похожи они. Так что вы этот хорошо выучите. А это переводится, то есть у них похоже, как и как наши «ся». Да. Вот. И обратите внимание, что здесь две «эля», здесь одна. Потом объясню, почему, но вы прям пропишите это все. И опять же, когда вы учите, почему бы нет все вот это переписать вам? Переписать не просто скопировать, а осознавая. Вуаля. Вот, мы заканчиваем урок, по-моему.